Всем привет, ребят. Ну что, как обещал, понедельник, хоть уже и поздно, записываем видосик про победителя. Сейчас мы выберем победителя конкурса. Немножко поменял я рандомайзер. Давайте забежим тебя сейчас в сторону уберу. Такс. Поехали. Генератор я новый взял. Вот такой вот генератор у нас будет. Нашел новый, какой был. Все, короче, предвыборная агитация. Так, окей. Смотрим видосик. Не забывайте, идет сейчас конкурс новый. Вот на Космо. Угадайте количество осколков. Кто угадает точное количество первым, тот и победит и получит Космо. Такс. Рекс, Фекс, Пекс. Итоги конкурса. Вот 6 дней назад. Сейчас я посмотрю, на каком я видосике там закончил. Надо где-то себе записывать. Так, это что у нас получается? Сейчас отрублю музычку. 38. И вчерашний стрим 39. Угу. Значит, по стрим пора подрубать читы. Окей. Поехали назад. Врубаем назад музычку. Ищем видосик, пора подрубать читы. А вот он есть. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 43 у нас, да, получается. Сорок четыре, 45. 46 до бесплатного Космо. Так, суки, с этим разобрались. Еще раз пересчитаю. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 36. Я говорю 43, блядь. Уже даже забыл этот. Табличку умножения 42, 43, 44, 45. От 1 до 45. Видите, как бывает, когда в школу давно закончил. Так, 45 видосов. Почему пересчитываю? Потому что бывают у меня скрытые видосы, которых я еще не открыл. В общем, от 1 до 45. Поехали. Вот такой вот генератор. А, смотрите, у меня даже уже... Давайте так, чтобы вы посмотрели. 37, 82. Ну, вроде новый. Вроде рандомно. 45 от одного количества. Один разделитель. Исключить повторение. Бум. 25. То есть, чтобы вы понимали, я нажал. Видите, оно генерирует. Ищем 25 видос. Так, неделю назад, раз, два, три, четыре, это 24, 25, тестируем землеройку и маскировку на битву гильдий. Это у нас был видосик,
Так, окей, отлично. Еще один открою. Поехали. Я, как обычно, захожу. Многие там вот спам, спам. Я всегда, ребят, чищу спам, поэтому можете не переживать. Если вашего коммента нет, я его все равно найду. Вот видите, 18 в спаме. Единственное, хотелось бы, конечно, чтобы ютубчик сделал нормальную оптимизацию уже наконец-то. Но, к сожалению, пока этого не видать. Вот видите, еще даже есть кто-то в спаме. Как-то, короче, оно глючит. На рассмотрении столько же, сколько и в спаме. Ну, давайте еще попробуем. Бред какой-то. 60. Ну, давайте все пооткрываем. Сейчас буду ржать, если у нас тут, знаете, будет добавляться. Вот, отлично. Ага, вот все, мы все открыли. Так, давайте теперь обратно идем на видос. Обновляем, чтобы все было честно. Смотрим. Еще кто-то в спаме есть. 98 комментариев. Все, в спаме никого нет. Так, отлично, то есть, или не отлично. Сейчас еще раз на всякий случай. Да. Так, копируем сразу ссылку, чтобы потом не возвращаться. Ну, 98 на рассмотрении. Ну, вроде все правильно. Поехали. Рендстаф. Мы уже были здесь. Рандомайзер. Ссылочка. Поехали. Дима Чернов. Смотрим. Такс. Дима Чернов. Подписка есть. Видео, которые понравились. Смотрите, как раз 3 дня назад последний даже видос. Здесь есть 15 видосов есть. Красавчик. Повезло, а реально было бы дальше, он бы просто тупо не попал с этим видосом. Так, видос есть. Видно, в пятницу на выходных с девочками развлекался. Так, окей, тут все понятно. Поехали, посмотрим, что там у нас в ВК. Ну давай, заходи. Я же говорил с девочкой. Такс. Ну тут то же самое все есть. Отлично. Красавчик. 18 апреля. Все условия выполнены. Вот и так вот, ребятушки, кто участвует, тот и побеждает.
Личное дело каждого, я уже не один раз говорил вам, что надо для этого делать. Вот видите, что парень сделал. Вот это и есть правильно все исполнено. И, соответственно, меня радует, что такие люди у меня есть, которые слушают и делают, и побеждают. Поздравляю. Все, ждите следующую неделю, следующих выходных. Возможно, там плюс-минус перенесу, потому что Пасха. Возможно, раньше разыграю, поэтому есть конкурс на Космо. Пишите в комментах, какие вы хотите еще конкурсы видеть. Следующая неделя начинается уже с видео, которое было сегодня утром. Это конкурс на Космо и, соответственно, до выходных. Все, всем удачи, всем пока.